В выходные инспекторы ГИМС спасли двоих горожан, провалившихся под лед на левом берегу Волги. Молодые люди пытались перейти реку пешком и не заметили полынью. Позже выяснилось, что оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них был госпитализирован в больницу. Спасатели предупреждают, толщина льда на водоемах республики начала стремительно уменьшаться. Рыбачить в таких условиях крайне опасно, хотя любителей тихой охоты это не пугает. Во время очередной проверки сотрудники МЧС насчитали более 20 рыбаков, пренебрегающих правилами безопасности. Чтобы предупредить возможные ЧП, инспекторы ГИМС вручают специальные памятки. С наступлением тепла профилактические рейды спасатели начали проводить чаще. Патрульные группы обследуют места массового выхода людей на лед. Лед становится все с каждым днем опаснее и опаснее. Сверху его топит солнце. Снизу вода становится все теплее и теплее и подмывает лед. Тем людям, которые любят выезжать на снегоходах на лед, любителям рыбной ловли, которые выезжают на каких-то автотранспортных средствах, ни в коем случае не выезжайте на лед. Лед очень опасный.